Владивосток, 16 сентября 2022 года. Да, хороший дождик. Ой-ой-ой, лужи. Лужи, лужи, лужи здесь. Да, такой сильный дождь пошел, аж вообще, вон по лестнице там вода стекает. О. 12 часов во Владивостоке, а здесь перед лестницей целый водопад. Людей нет. Вот так вот. С утра дождик начался, и вот целый день будет еще лить. Еще завтра тоже дождь.